Друзья, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Привет, ребята, с вами Антон, и мы продолжаем проходить The Suffering Twisted Mind. Вообще, игрушка, надо сказать, просто офигительная. Это, похоже, у нас место, откуда спаунятся вот эти твари. Ножеголовые или ноженоги. Вот, да, вот они. Ой-ой-ой-ой. Чуть бы его не пропустили. Так, погодите. Мы можем сюда войти? Нет. The best in me. Что за... Уйдите нафиг. Интересно, он мог эту машину сделать? Не спрашивай, как и почему они явились к нам. Этого никто не знает. Но запомни, они повсюду. Падла хотел бежать, я и не дал этого сделать. Ай-яй-яй. Так, у нас с вами патрон все меньше и меньше. Офигеть. Ай-яй-яй. А сколько еще будет продолжаться это безумие? Один патрон, друзья. И 5 молотовых. О! Стоп. У нас еще револьверчик есть, да? Который мы можем подобрать в любое время. Отлично. Что происходит? Ой-ой-ой-ой. Пап, ты меня слышишь? Да, сынок. Ой-ой-ой-ой-ой. Шоу начнется через несколько минут. Офигеть. Я хотел бы представить вашему вниманию одно из великих произведений искусства. Ну, кто-нибудь поделитесь. Может быть лучше поэзии для усмирения диких тварей в это неспокойное время? Дайте мне тут. Провел я горестную ночь. Она снов страшных и уродливых видений была полна. Я Господом клянусь. Дайте мне тут. Ну, кто-нибудь поделитесь. Да, точняк. Вот так. Дайте мне дух! Ну кто-нибудь, поделитесь! Да, точняк! Вот так! Ещё! Дайте мне дух! Ну кто-нибудь, поделитесь! Да, точняк! Вот так! Ещё! Чувак, что с тобой? Радость ты моя! С ума сошёл, походу! Ну кто-нибудь, хотя я его не буду винить. Он, правда, испытал многое. Если смог еще разговаривать после того, как увидел столько трупов в одном месте. Не надо вынимать меня из гроба. Ты райский дух, а я приговорен к колесованию на огне, и слезы жгут щеки мне расплавлен. Последние новости в этом выпуске. Чудовища превратили улицы Балтимора в настоящий ад.
силы полиции не могут восстановить порядок. Кажется, нашему герою Торку предстоит пройти все сначала. Печально, не правда ли? Эти твари, побоища, твоя семья, сомнения о прошлом. Все возвращается, как сиквел какого-то фильма ужасов. Тебе не кажется? Обычно дети не способствуют популярности постановки, но с их помощью легче вызвать жалость. Возьмем, к примеру, твоего сына Кори. Ты понял, папа? Я ведь все показал тебе, да? Знаешь, я всему научился у тебя. Ты стал примером и научил меня решать проблемы. И я воспользовался твоим уроком. Ты ведь гордишься мной, папа? Ну и ну. Кори мог бы стать прекрасным материалом для изучения, если бы не был так необратимо мертв. Но мне это подходит. Думаю, исследование его серого вещества поможет мне лучше понять, почему он стал таким. Но что ты сделал, чтобы подтолкнуть его к этому? Твой сын знал, как играть в игру, и отлично сумел показать это. А теперь посмотрим, как у тебя дела. У меня есть друзья, которые помогут подхлестнуть твою память. Ай-яй-яй-яй! Погодите. Астоловисто, бэби. Игра продолжается. Хорош. Они пришли по твою душу. Ой-ой-ой. Ты приближаешься шаг за шагом. Я бы тебя убил, сволочь. У тебя же глупые. Лучшие актеры всегда знают, когда нужно превзойти себя. Он раб. Начинается настоящий шоу. Офигеть, вот это Халк. Блин. Как приятно видеть твою настоящую сущность. Теперь ты чувствуешь, как это должно быть. Рад, что ты вернулся. Я с удовольствием сыграю с тобой. А что дальше? Аба-ба-ба-ба. Судя по всему, эту тварь сейчас убивать не надо было, она сама исчезла. Во. Стоп. А мы можем обратно подобрать наш УЗИ? Или мы его все уже выбросили? Ну да, увы. Лучше, к сожалению, ничего не придумаешь в данной ситуации. Тогда будем пользоваться обрезом. Обрезами. У нас их два. И это, кстати, наверное, самое мощное оружие. Пожалуй, револьвер возьмем. У него хотя бы 6 патронов. Или нет, все-таки лучше дробовичок. Вот круг и замкнулся, правда, Торг? Может быть, это к лучшему, но я боюсь, что тебе понадобится все, что есть в запасе, если ты хочешь выжить. Используй свои способности с умом. Тогда ты поймешь, что только они тебе помогут. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Сколько у вас тут, да? В удивленном состоянии гораздо сильнее. Ты будешь удивлен.
еще. Ну и долго это будет продолжаться безумие? Когда они будут чувствовать, что нужно раскрыть свой потенциал, чтобы преодолеть страх. Определенно надо что-то сделать, да? Или нет? А, во-во-во, понятно. Когда они будут и увидеть, что нужно раскрыть свой потенциал, чтобы преодолеть преграду. Я понял, понял. Если оно не поможет, есть и другие, более жестокие средства. Электрошок, лоботомия и майон... Это снова ты. Быстро справился. Есть еще один урок, который ты должен выучить, прежде чем пойдешь решать с Блэкмором свои проблемы. Но для этого тебе придется пройти в храм самолечения, где все наркоманы ищут ответы на свои вопросы. Он прямо перед тобой, не мешкай. Тебе еще многое предстоит сделать. Ага, заглянем в архивы. Ничего нового. Тоже. Понятно, пока еще пусто все. Эй, чувак, что это ты тут делаешь? Черт, зачем так врываться? Я чуть штаны не наделал. О, бедняга. Дегенеративный наркоман. Ему нужна твоя помощь. Он сам довел себя до этого. Черт, чувак, ты так похож на моего папашу. Слушай, какого хрена тебе здесь нужно? Ну, знаешь, нам пора идти. Мне нужна доза. А потом будет все нормально. Последний раз. Давай. Чувак, я тебе дозу никакой давать не буду, обойдешься. Хорошо устроился, блин, что тебе торг должен дозу давать. Нам сюда. Я не могу больше ждать. Мне хрена... Ну и чё? Чё сюда-то, я не понял. Чё ты хочешь? Иди нафиг. Упырь. Слушай, я всегда... Я ведь хотел вернуться домой. Хотел вылечиться и вернуться. Правда. Я понимаю. Давай, иди. Иду, иду. Правда, не знаю зачем, но иду. О, блин. Сколько здесь ходил, ни разу такого не было. Черт, ну почему именно... Может, там надо что-то сделать? Погодите. Ну, окей, окей, ладно. А там что? О! Дробовички. Я сел на иглу, когда ушла мама. Да, тогда это и случилось. Черт, батя, лучше бы... А ты классный пацан. Я знал, что тебе можно доверять. Ты меня понимаешь? Я тебе тоже как-нибудь помогу, вот увидишь. Уходим отсюда. Что-то мне совсем плохо. Это походу такие мини-квесты. И сделаны очень прикольно. Знаете, я бы сказал. Идем. Ну, иди сюда. Тугрик. Знаешь, мне правда жаль, что я не смог позаботиться о младшем брате. Бедняга, я же не знал, что та штука была заряжена. Но после того мне стало еще хуже. Это ты сейчас рассказываешь
о своих бедах. Я не собираюсь умирать из этих тварей. Надо было взять большую пушку, когда была возможность. Ну чё? Ублюдки! Выходите! Я выйду и вытащу его! Что это за дрянь? Осторожно! Офигеть. Рэмбо, отдыхай! Вы целы? Как вы? По-хорошему сюда нужно было вызвать армию. А ты как? Алло. Чё молчишь-то? Они окружили нас. Ладно, пускай там сидит в безопасности. Ой-ой-ой-ой. Спасибо за помощь. Ты здорово стреляешь. Да не за что. Это что значит? Полицейский департамент дорог закрыто, да? Так, снова дробовик там предлагает взять. Ну сколько тут по... Не. Наш если мы выберемся, ППШ... я пройду курс лечения. Самый лучший. Я сразу это сделаю, клянусь. Только вытащи меня. Я ж тебя собирался вытащить. Ой. Ты жив? Братюнь, извини. Иди сюда. И что мы теперь будем делать? Не знаю, Кларк. Черт, я не знаю. Кажется, поблизости их больше нет. Может быть. Хотя кто знает. В таких случаях вызывают гвардию. Ты шутишь? Так, уж, наверное, сохранится, да? Нормально. Под названием Балтика. Ты идешь? Оу, братюнь. Ай-яй-яй. Нам сюда, походу. Точно. В тот день, когда мы познакомились, не нужно было Напомни мне, как тебя зовут? Все зовут меня Торг. Какое-то странное имя. Я никогда не смогу называть тебя так. Зови меня так, как захочешь. Кажется, ты хочешь занять должное место в нашей игре. У меня есть предложение. Ты получишь больше, чем за год бессмысленных поединков на ринге. Слушай, Ти... Даже если ты пригласишь меня прогуляться, мне приятнее будет прийти сюда, в эту старую беседку. Скажи, чем ты зарабатываешь на жизнь? Как звали того человека, о котором ты говорил? Блэкмор. Ты с ней здесь встречаешься, да? Чтобы работать со мной дальше, ты должен быть свободен. В своих людях я ценю ясность и остроту мысли, скорость реакции. А женщина может только сбить с толка. Советую тебе оставить ее. Ти, так ты не сможешь содержать семью. Никакие деньги того не стоят. Он просто использует тебя. Ты совершаешь ошибку, Торг. Ты же был рожден для этой игры. Хочешь все бросить. От судьбы не убежишь. Помни, я жду тебя здесь каждый вечер. Он позвал меня, Ти, на работу. Он сказал, я даже повторить этого не смогу. Он сказал, что я должна подумать о детях. Что это может значить? Во что ты втянул нас? Зарву. Знаешь, как защитить сына? Ой,
была классная работа. Офигеть. Все, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй. Да он мне даже вставать не дает. Там, по-моему, был зомби он, да? Ага, отлично. Фух, офигеть. Вот это был реально сложный бой. На грани. Стоп, стоп, я же вместо ППШ хотел взять. Давай, погнали. Опять ты тупишь? Ну, ладно. Эй, стойте! Кто здесь? Что, кто здесь? Какой приятный сюрприз. Я так давно хотела исследовать мозг первоклассного психопата, и вот он явился сюда сам, собственной персоной. Я хочу знать все, что касается тебя и твоей боли. Что за... Я тебя достану! Еще прощения попросишь! Пошел к черту! Че это за хрен такой? Ой, блин, какой жуткий-то. Что у тебя там, Торг? Она там найдет то, что ты не хочешь показывать? Ты же знаешь, как работают эти суки. В любом случае, нужно узнать, что эта шлюшка замышляет. Давай, иди. Сейчас, прочь, погоди. Черт, мужик, точно говорю, эта баба на тебя запала. Слушай, ну ты попал. Слушай, если ты кого-то спасаешь, ты за него типа в ответе. Теперь ты должен меня защищать, о, понял? Смотри, как здорово. Торг, приятно видеть тебя, но это несколько мрачное удовольствие. Нам еще многое предстоит сделать, и все это пока приходится откладывать. Сброд всегда мешает делу. Ты когда-нибудь видел действие чистого наркотика на человеческий мозг? На это нужно смотреть, когда человек еще жив. Да, прекрасное зрелище. Как трудно находить объекты для исследования. Они слишком быстро умирают. Человеческий разум слишком хрупкий. Достаточно малейшего усилия, и он ломается. Видишь, грустное зрелище. Этот тип слишком сильно привязался к тебе. Странный феномен. Я пока оставлю его в живых. Его присутствие может иметь терапевтический эффект. Вернемся к работе. Чтобы вылечить тебя окончательно, мне придется удостовериться, что ты познакомился со своим внутренним ребенком. С разгневанным ребенком. В этом нам поможет новый вид чудовищ. Ты сможешь победить только с помощью своего внутреннего зверя. Выпусти его. Так, так, не надо нам других чудовищ. Эй. Вы чё? Прими свою истинную форму. Только она поможет тебе. Такими, как Супермен. Можешь идти на этот попасть. Точно говорю. Обратись. Открывается в подсознание. Только... Великолепно, Торг. Это самый... Может, это уже не нужно. Обратись не знаю, в другую сторону твоей проблемы. И? Слушай и запоминай, Торг. Ты уже понял, что все твои неприятности исходят от одного человека, от Блэкмора. Вопрос в том, кто знает, где он находится. Я
держу Блэкмора на прицеле. Скоро я буду знать о каждом его шаге. Однажды я точно достану этого подонка. Ах да, твой дорогой друг Майлз. Интересно, где он находится в такое время? Мой бар, моя крепость. Мне там спокойнее. Если наступит конец света, я останусь в баре. Есть. Я оставил тебе кое-что, чтобы ты мог сориентироваться. Да уж. Ой, малыш, он постоянно плакал. Я просто эти не могла. Эти шприцы мне не нравятся совсем. Мы близко, я должна давай. Была запереть его, но он стал кричать еще громче. Слышите? Давай, чего мы ждем? Быстрей, мужик! Погоди, что делать-то? Топорик надо взять. Давай, чего мы ждем? Надеюсь, больше топор не понадобится. Быстрей, мужик! Папа, да, папа, это хорошая штука. Мы я близко, давай! Я так счастлив! Это единственный нам сюда. Способ забыть о тебе! Я не могу больше ждать! Мне хреново, мужик! Да, блин, все испортишь, быстрей, а? Мужик! Ты здорово помог ему! Да, Фредди, я уже здесь! Ты ведь приберёг для меня кое-что, да? Я уже иду! Офигеть! Это же... это то, что нужно. Да. Эй, чувак, что ты там на полу делаешь? Ой-ой-ой! Дайте выйти отсюда. Ладно, друзья, давайте мы на этом второй завершим. Надеюсь, оно понравилось так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.